Вот она, федеральная резиденция, ну, напротив солнца прямо. Ну, ничего, может быть, другое место найдем. Ну, вот тут уже пляж есть. Вот, сейчас мы идем по променаду вот этой резиденции. Здесь, скажем так, настил пластмассовый какой-то. Ну, что-то не дерево, и не металл, и не бетон. Какой-то полимер. Вот, и, как я понял, можно ходить на этот пирс. Вот еще в мае месяце там велись работы, я на него не смог попасть, потому что, ну, он был реально закрыт в связи с тем, что там проводится работа. Вот этот кусочек, опять резиденция, солнце меняет свои углы. Углы. Вот, так что вот здесь можно ходить. Пока. Просто так, без предъявления пропусков, документов и прочих. А насколько это будет долго и насколько это будет постоянная практика, не знаю. Но, скорее всего, при заселении сюда каких-нибудь высших должностных лиц, весь этот променад будет естественным образом закрываться. Вот. Можно такой спуск. Заасфальтированный, непонятно на чем. Может быть, даже сюда катер будет выволакивать какой-нибудь президентский. Чтобы покататься по морю. А, ну да. Вот они, ангары. Вот они, ангары для катеров. Для плавсредств, так сказать. Вот, и, соответственно, да, отсюда президент будет кататься по морю. Понятненько в целом. Такая сторожевая база, тут все это дело уже заканчивается. Ох, как красиво, какой прямой, ну прямо. А тут самая укладка, прямо как палуба американского крейсера. Красиво очень идет, конечно. О, ну и там тоже какие-то работы ведутся. Вот, чисто символически. Да, грандиозно, как сказал Турик, что все вступление. Вот, видно, вот эти масштабы с этого сооружения, именуемого федеральная резиденция президента, я понимаю. Вот, там на пирсе рыбаки торчат. Естественно. Ну, что, надо получать какую-то пользу от того, что построило себе государство. Там, кстати, тоже такой лесочек достаточно симпатичный с той стороны. Вот, ну, мы сейчас дойдем до конца променада. И посмотрим, откуда что же там такое есть. Солнце бьет немножечко неудобно, да? Но тем не менее, ладно, мы сфотографируем все, что надо, для того, чтобы получить такое общее представление, какие тут архитектурные и другие нововведения. Гидрографические. О! Ну, классно. Прямо как ангар для кораблей, для подводных лодок. За что? Сфотографировать, скажем, шпионовская? Да нет, ну пускай они знаки поставят, что здесь нельзя, допустим, фотографировать. Потом, что тут такое, в конце концов? Кто будет ругать, тот пускай ругает. Есть знаки специальные, запрещающие фотографировать. Ну, вот видите, да, волнуются все люди, а можно ли тут фотографировать? О, вот не успели построить, оно уже тут обламывается. Ну, тут строили какие-то черти, скажем так, не славянской национальности, так сказать, политкорректно выражаясь. Когда я в мае видел. Ну, так что же удивительно. Всего тут был. Вот такой знак здесь стоит. Знак, по крайней мере, не работает пока еще. Вот, ну, интересно.